Состоялась международная конференция на тему использования искусственного интеллекта в образовании. Цель конференции – обсудить внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования, его достижения и перспективы. В дискуссии, которая проходила в Министерстве инноваций, приняли участие зарубежные эксперты и профессора своей отрасли. Бабур Рахимов, председатель консультативного совета по искусственному интеллекту при Министерстве инновационного развития, рассказал о задачах и сфере деятельности консультативного совета и пригласил местных и зарубежных экспертов присоединиться к этой новой структуре. Искусственный интеллект на сегодняшний день – это очень популярная технология, но, к сожалению, она известна только узкому кругу лиц, именно специалистов, которые работают в этой сфере. И с целью глубокого освещения данной темы необходимо проводить большие профессиональные дискуссии на эту тему. На мероприятии отметили, что Министерством инновационного развития проводится ряд работ в соответствии с поставленными нашим правительством задачами по созданию условий для быстрого внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности, общая стоимость разработки искусственного интеллекта в рамках государственных программ, связанных с научной деятельностью, составляет 38 миллиардов 900 миллионов долларов. Всего реализуется 24 практических, инновационных, фундаментальных и международных проекта сроком на 2021-2024 годы.